В приоритете дополнительный выходной день для детей. В Белгородской области продолжается переход на 5-дневное обучение школьников. Напомним, толчком к этому послужила народная инициатива родителей, опубликованная на сайте «Народная экспертиза». Об организации учебного процесса сегодня говорили на заседании общественного совета при департаменте образования региона. Работа в этом направлении ведется с 2014 года, и уже в уходящем учебном году были первые результаты. Доля обучающихся по пятидневке увеличилась почти на 20%, преимущественно за счет учеников среднего звена 5, 6, 7, 8 и 9 классов. Начальная школа также продолжает заниматься с понедельника по пятницу. А вот среди старшеклассников области лишь каждый восьмой учился только в будние дни. Стоит заметить, что школы самостоятельны в разработке и утверждении своих учебных планов. Однако департаментом образования области им были даны соответствующие рекомендации и оказана методическая помощь. Эффект налицо. Согласно предварительному анализу, в новом учебном году в режиме 5-дневной рабочей недели будут обучаться более 90% образовательных организаций области. Продолжит обучение по пятидневке все учащиеся с 1 по 4 класс. Свыше 90% учащихся 5-9 классов будут обучаться по пятидневке и 78% учащихся 10-11 классов. Я говорю, что это данные на 1 июля, потому что ряд образовательных учреждений еще принимают решение, по какому, какой режим будет в их образовательном учреждении. В целом хочу отметить, что муниципалитетами проведена серьезная работа по корректировке действующих учебных планов с целью их оптимизации, освобождения для детей – второго выходного дня в неделю. Работа в этом направлении будет продолжена. Переход школ области на 5-дневный режим обучения назван одним из приоритетов деятельности регионального департамента образования на будущий год.